Не помню, И так кстати. мы находимся в самой феминистической игре на свете. Она называется Киберпанк 2077. Мы с Артема Мастурбевич. И Выражение ради сегодня общего мы блага у нас хочу есть понимать. пренеприятнейшие новости, потому что То, я, что ты там оказывается, устроила, запустил это было Дискорд в максимально режиме нужное общему благу. админа, а все У остальное не в этих режиме людей и админа. Из-за так этого я проблем записывал хватает, видос так ну Киберпанка, но что он не ты? записался ровно потому, что Хотя бы нельзя ты. записывать, когда у тебя Я открыто в разных закрываю условиях. рот. Короче говоря, мы сейчас снова должны повторить все рофлы. Итак, повторяем рофлы. Группа Хлеб имеет два отличных трека, а точнее больше. Они называются Сом и Фиджи Спиннер. Мы про них охуенно пророфлили, потом перечислили всякие крутые штуковины, опять же, не связанные с группой, с аббревиатурой ES, и с тем, что у нас обконченные трусы. Господа, это лучший видос на планете. Ну тебе Это если верю. вкратце все то, что было до этого. Ну, также мы попиздили с какой-то феминисткой, которая была на самом деле киборгом из четвертого Терминатора. И я рассказал о том, что у Дока из второй части «Назад в будущее» были непрозрачные очки на самом деле, и то, что он в них нихера не видел. Вот мы, в принципе, и восстановили примерный ход Примерную событий. хронологию, да. Зато меня теперь будет железно слышно, потому что я пододвинул микрофон поближе. А насчет тебя я не знаю. А, И когда мы зашли в собственно, контакт, собственно, мы очень здорово обкончались. да, ну только вот, блядь. Я обкончался прям на пол, и когда побежал, чтобы взять полотенце и все это вычистить, аж наебнулся и разбил нос. Подсекай, Подсекай. гад. Блядь, я тебе до этого пиздел, ты не слышал, я забыл. Ты, может, как-то будешь говорить поближе к микрофону, я не знаю, или... Да я откуда знаю, где у меня микрофон? У меня ноутбук. Поищи, там Или должно я... быть написано. Если меня плохо Блять, что слышно... ты открыл? На. Все. Понимаешь, все. Так, мы продолжаем. Ладно. Угадайте, кого теперь хорошо слышно. Блядь. Меня. Всем привет. Я сиська 228. Нет, ты был андроидом. Кстати, знаешь, ты меня развел, как шлюху. Ну-ка. Смотри, ты сказал, на тебя надо называть Android, правильно? Ну. Год назад, когда мы Азела в четверку собирали. А оказывается, что это старый видос, который я даже не знал, где типа демон и Android. Да я в душе не знал! Да я в душе не знал! Серьезно? Да не знал я! Знаешь, это мне Ёбаный напоминает брат. ситуацию, когда там один чел начал типа изображать что-то там. Опять вот это сэр да сэр, типа, или там твой папаша служил во Вьетнаме, а я не знал, что отвечать. Знаешь почему? А до меня форс еще не Я дошел. понял. Ну, неважно. И в общем, понимаешь, в чем дело. Вот так вот. Это мем, знаешь, 2000-го года. Не имеет значения. Какого 2000-го? Ты про какой, андроида? Да, или даже позже. Да позже. Не, Это пишу, начало раньше. десятых. Какого нахуй 2000 Да. 2000-го года там чел играет в самп? Или в Майнкрафт, я не помню. Да. Самп появился Но все равно в конце старейший игры. мем, мемыч. Ну, понимаешь, это как мемы, это как книги, как фильмы. Нельзя пересмотреть или перечитать все. Так или иначе, что-то ты упустишь, поэтому... Ну, базовый-то можно, конечно, но как Да бы. это не базовый. Базовый это, например, Дед Бомбом, например, Здравствуйте, или, я скажем, Кэмпбелл. И с вами Кэнди новости Бобер, на или Зеленый WN. Слоник. Вот это я Новые понимаю детали базовый мем мем, об а это Африке что? некоторые даже зеленого слоника не знают. Всплыли на параде повозок Дашин. Если верить Кстати, нет, ну показаниям это да, но очевидцев, это похитители огромный Дашин мем. даже Это самые особые даже не знают, не подозревают, что это такое. дому, где находилась наследница Слушай, мы империи сегодня первый Арасаки. раз вместе, может быть, мы К посмотрим фильм, счастью, служба какой бы ты хотел? безопасности Арасаки Зеленый подразумевает слоник. Зеленый слоник. Там очень все Карнавала мило. на след Да, ну давай похитителей и посмотрим. освободила Ханако-сан. Войдите. Товарищ капитан, вызывали? Вызывал, вызывал. Прибыли тут двое. Оформить? Оформить как надо. Есть. Выполняй. Понял? Понял. Все, иди. Это знаешь... А сколько времени ты сейчас не знаешь? Какие ты, блядь? Шестом. Сколько времени-то? В Подожди, шестом, в мне шестом. кажется, мы что-то не то смотрим. Неважно, раздевайся, либо. Тут самый чел с сломанной психикой. Женщины любят наглых. Но, знаешь, Да. самое, что они понимают поздно, мне кажется, это они понимают поздно то, Нет. что
надо выбирать умных, любящих, тех, кто деньги подрабатывает, а не тех, кто типа сейчас Святого Васька отпишу там. Ну, это, кстати, был никак, никак нет никакой привязки к реальному человеку. Да, с днем рождения, Вась. А, кстати, да. Между прочим, Василий Прохожев, или как его называют в простонародье, Пушечка. Рунов. А, ну или Рунов, да. Это тоже можно. Руневский, точнее, Василий Руневский. Фаина Раневская есть такая. Как? Фаина Раневская. Ну вот у нас свой. Ну ты знаешь Фаину Раневскую, например? Я знаю. Ты в душе не знаешь. Такая актриса была в Советском Союзе, в годах 50-х-60-х. Ей принадлежит вроде как цитата. Мнение, оно как новая и жопа, есть у каждого. Steelworkers United. Вообще я люблю, когда вот в видосах суть игры, она вообще уползает куда-то в тень. Самое главное — это наши разговоры, потому что как бы... Это как фон, по идее. Летсплеев найти можно очень много, поэтому... типа, какой смысл? Можете посмотреть, там, не знаю, проходняк, там, Куплинова, Булкина, еще кого-то. Зачем вам... Зачем, как бы, людям вообще в целом адекватным смотреть каких-то там студентов школатронов, какую-то херню, если можно... Посмотреть у Куплинова или какого-нибудь Евгена. Нет! И сейчас нет никакой привязки к видосу Гартик Фон восьмером. For whom the bell tolls. Все, я меня достало, я не хочу, все. Также мы обсуждали то, что не завелась газель, кстати, в прошлом видео. Да, кстати, она не завелась. Она не завелась. Мы пока что не можем вытать деньги, а еще мне пришло всего лишь 2800 за воскресенье. А, нет, 3 с чем-то, как я планировал. А Артему не выплачивают 20 тысяч зарплаты уже 3 дня. На эти хорошие ночи меня застрелили. Просто замечательно. Нет, подожди, я хочу выяснить. Что ты хочешь выяснить? Так, во-первых, в 3 словах, как бы, категорию С ты не сдал экзамен 2 дня назад. В чем была причина? Да, тварь ебучая не дала вклиниться, она ехала медленно на пол корпуса, и я проехал 20 метров по сплошной и, собственно... По двойной? Да, ну, нет, по простой, обычной сплошной. А, даже не двойная была? Да, конечно. Я что, ебана, что ли? Да по двойной, я как... Ну, короче, не суть не в этом. Суть в том, что... он мне говорит такой, ну, останавливаемся справа, вот. Ну, вы, наверное, заметили свою ошибку. Да, я заметил свою ошибку. Конечно, мою ошибку. А что за чел там был? Как, что за тачка, скажи, хотя бы? Хюндай грузовой тоже, если что. Ну, не пропустил учебную грузовую. Он не хочет себе создавать конкурентов. Ну да, конечно. Твари бучу. Вот. Я думал, какой-нибудь чел на пятнашке, типа там, да. Да не, грузовой. Вот. Ну и, собственно, ваш экзамен закончен. Вы, наверное, заметили свою ошибку. Вот вам листочек, распишитесь. Угу, спасибо. Расписались. До свидания. Спасибо. Я уже второй раз у этого же гаишника ему говорю: до свидания, спасибо. В следующий раз скажи. Это как там? Как у Валканала, скажи, короче, там типа: доброго вам до свидания. Здравствуйте. Гениально. Там, понимаешь, там конец видоса, и он говорит: доброго вам до свидания, здравствуйте. Это Волканал, это один из гениальнейших челиксов. Что за Могус? А, это кружка какая. Блять. Давай восьмером вам Могуса. Есть бесплатная игра, Гусь-Гусь-Дак называется. Есть DuckDuckGo. Такой браузер, где я, бывает, пытался искать интересную порнуху, но ничего не нашел. И пришлось, надо бы, надо истории. А пришлось заходить ВКонтакт. А во ВКонтакте сейчас, кстати, не найти ничего такого. Ну, я знаю, там одно ID, и там можно найти кое-что. Интересно. Артём делает. Артём очень мастерски делает вид, что он нихуя не понял. А потом скинешь. Да, что я ты? Не...
Да тебе даже, блядь, скидывать не придется. Там ВКонтакте первые, в первое в ленте, ёпт. А, надо в друзья зайти, да? Точно, я да вспомнил. Да заткнись нахуй. Вспомнил, что зайди. Нет, нет! Фамилия у нее, кстати, как у авторитета, ой, как у бизнесмена, по которому стреляли в 90-х. Мерседесе он ездит. Ладно, шучу, это не надо. Короче, блядь, все, пизду. Кто понял, тот понял, кому не надо, тому не надо. Чего не глаза светит? Там был еще один вопрос, ну, в прошлом видосе, который не заснялся, но он как бы условно существует где-то в Матрице. Получается так, что я спросил, ну там, типа, спрашивают, у тебя есть импланты? А я говорю, да, один большой, в член встроен. Да, а я ответил, что правильно, это был, ну, резинка для яичек. Кстати, слышишь, у меня есть крутое развлечение, у меня есть банки, у меня же целая коллекция банок, но часть банок мне, в принципе, не особо нужна. И можно, в принципе, взять и пострелять по ним, у меня пистолет есть. У тебя есть воздушка, слушай? Воздушка? Конечно, есть. Нет, блядь, это реально? Я забыл, у тебя? Да. Ну, все, ну у меня пистолет... Ну, все в пределах нормы, конечно же, меньше 5 килоджоулей. Вот. На самом деле нет, ну ладно. Вообще получается так, что можно пострелять по банкам. Конечно, можно. Кстати, нет, но единственное, нужно безветрие, потому что если стрелять в ветреную, то они будут улетать в разные стороны, как моя конча после того, как я зашел ВКонтакте. Отличный стендап, просто отлично. Я, кстати, знаешь, что заметил? Вот, я забыл сказать. Мои видосы в последнее время, они напоминают мне, знаешь, что по ощущениям, если меня кто-то записывается, да, потому что, как правило, я не помню, когда я последний раз записывал что-то в своего лица, если не считать август, когда я записывал GTA. Блять. Я просто у людей беру интервью, то есть игра становится просто фоном, на который я почти не обращаю никакого внимания. Игра максимум подкидывает темы для разговоров. То есть если раньше было важно, что происходит в игре, скажем, в самом начале, там, на заре, еще когда я учился в школе, то сейчас это не имеет ничего. Я тоже не умею петь. Но у тебя хоть гитара, если ты умеешь на ней играть, я это тебе придает... своим членом. А кто еще умеет свистеть в твой член? В ВК там зайдите, ссылочку потом скинем. У меня, кстати, есть один видос, 2 года назад отснят. И типа, мы в нем с Костей и Моником полностью отсосали в напарниках. Но я на видосе сказал, что типа, бля, буду... У меня есть скриншоты, где мы ебали в напарниках очень жестко. Но у нас, у меня из-за записи вокала, у него комната, она была говняная. Я типа в подтверждение скину скриншоты из конца матчей, где мы ебали челов. Типа, мы очень люто выигрывали. Я скинул ссылку на свой ВК. До сих пор она висит, но никто не написал. Жалко. Отлично. Бля, столько запретных тем. Да, которых нельзя обсуждать. Ни в коем случае нельзя обсуждать. Ни в коем. Снимать видосы этих людей можно, но никак не обсуждать. Вернее, как, мне-то, конечно, никто разрешения на съемку не давал. Ну, как сказать, один раз бугуртили. А кто у меня бугуртил? Криминальный авторитет на BMW X6 или кто? Да нет, Пашка. Это, кстати, измененное имя, на самом деле его зовут Андрей. На самом деле его зовут Ваня Ветров. Да, и у него есть друг Пися Камушкин, но Пися Камушкину мой видос понравился, и он подписался на канал, что означает успех. Пися Камушкин — это его парень, Ваня Ветрова, вот, они сосут член. Блядь, я сейчас закопал, наверное. Мы, типа, да, наверное, не должны никого обсуждать, блин. Я сейчас вообще не слышал, что ты говорил, потому что я вспомнил, что есть у нас сервер использован, и там как бы это клантек, который основал я и Илья Рикисон, но дело в том, что там был Чара, и он был участником команды по CSGO, а ему, мне тогда было где-то, наверное, 16, а ему было 12, вообще чел мелкий, у него голос такой детский был, но потом и долгое время я его не слышал, а вчера я захожу в Discord, там сидит он и еще один чел, я сначала даже не понял, что это был он, и потом я захожу. Он, короче, показывает, как он монтировал какой-то видос там про игруху, которая называется... Блядь, черно-белая игруха такая, как она там? Казуальная очень. Блядь.
ну, очень неважно, потом вспомню, скажу. И оказывается, что этого чела, которого звали Чаро, у которого был детский голос, которому было 12 лет, сейчас есть на Ютубе канал, которым насчитывается 4100 подписчиков. Почему? Потому что он очень круто монтирует и снимает видосы про это всякие аркады. Наконец-то. Деньги, Карл. Я охерел. А еще у него есть видос, который залетел на 350 тысяч просмотров. Да, вот. Отлично. В этот момент я захотел покончить с собой. Что? Бля, почему я не удивлен? Почему? Что я решил покончить? Помогите! Да нет. Кстати, господа, если вы дети и вам меньше 18 лет, и вам есть что терять, пожалуйста, не делайте суицид, это очень плохо. Кстати, если ввести мой канал в поиски Ютуба и зайти на любое видео, то под ним будет написано, типа, ты не одинок, позвони в службу поддержки, суицид не выход. Под каждым моим видео такое послание оставлено. Надо еще, знаешь, плашку только для детей. Да, YouTube Kids, блядь. Было дело. Да. Деньги отдай. Дети, которые в будущем станут богатыми, успешными, красивыми. Все они в свое время не смотрели мой канал. Все, кто смотрит мой канал, станут отбросами общества, работягами заводов, кредитниками и так далее. Как-то грустно даже стало. Ну а что вы хотели? Хотя нет, у меня есть, наверное, пару зрителей, которые... Ну да. Не, я просто захожу, понимаешь, а там сидит, он просто, у него другой никнейм был, у него голос такой уже, ну, нормальный, пацанский. Я сначала даже не понял, что это он, ну, ему сейчас сколько лет, может, 13 или около 14, окей, то есть, наверное, 14, может. Блять, у него там, ебать, YouTube канал, он, правда, монтирует очень много, конечно, но это очень много уделяет внимания, то есть, это я нажимаю F9, F2, и все, как бы, видос готов. Ну, я охренел. Примерно как у меня на канале. Один видос, больше не выйдет ни один. Ну, кстати, знаешь, первым, кто начал создавать свой канал на Ютубе, был мой одноклассник Коля, которого есть никнейм, а фамилия Блазнин. И у него были каналы Player 69, имя, фамилия. У него было много разных каналов, и он очень на них креативничал, снимал всякое разное. Еще в 17-х годах проводил стримы с своим братом по CSGO и тому подобное. Конечно, понятно, что это так же, как и мое, никому особо не нужно было. Но первым начал он. Потом подключился я. Что-то Егор хотел записывать, но так и не получилось. А у Кости на канале целый архив наших игр в CSGO и немножко в GTA 5. Вот это. Я чувствую, что через пару лет можно будет очень круто заходить на Костин канал и чекать матчи, потому что уже забудутся все счета, все результаты, и можно будет спокойно чекать. Ну там еще первая CS у него, а не вторая. Вообще CSGO. Так я только по CSGO в основном смотрел. Хотя нет, меня очень, знаешь, вайбовит эпоха. Что-то я вспоминаю. Я тогда поставил сквозь инсайдерские аватарки, там с таким, с такой рожей. Улыбчивый такой, типа на черном фоне. Я поставил красную, а он белую. В общем, мы. Это была осень 23-го, я тогда в автошколе был, у меня трахало это все мозг. Вот. И у меня тут настояли эти аватарки, CS2 была абсолютнейшей помойкой, то есть если сейчас это просто херня, то тогда это была прям помойка. И есть вайбовые игры там. По-моему, что-то взорвалось, но ладно. Жизнь ощущается, как после 1 декабря 2023. Следи за перекрестком. Я помню, как домой вернулся, мне звонит инструктор, говорит, с тебя торт. Я такой, да-да. Гладина. Спасибо, что ёб мою мать уже 300 раз. Ёб твою мать. Ну, я думаю, ладно, заслужил тортик. Я внутри. Вставь чип, там справа от руля. Блять, мне послышалось, пусть торчит. Ставь член. Это тебе будет говорить как... в брачную ночь кое-кто. Да, блядь, заткнись, ты ебаный, у меня ствол Бедро, есть, я сейчас ствол как кручу. Еще одно слово, я выстрелю свой монитор, разобью его. Так вот.
ты крутишь в своих руках не ствол, а там ВК вышло новое обновление. Да заткнись, блядь! Заебал. Я ему говорю, по банкам постреляем, он, блядь, про каких-то, блядь, ёб твою мать, а. Так душевно тяжело на все это смотреть, ты еще, блядь. Душевно тяжело, понимаешь? Тихо, Педро. А прицел будет? А где прицел? Ладно. В КСУ, кстати, был такой баг, когда показывалось только четверть прицела в ОВП. Или прицел, но без вертикальной линии. По-моему, это смысла даже нет. Ну ладно. Мне кажется, они по скрипту все сдохнут. Просто я раньше умру. А как называется этот ствол, из которого чел говорящий вылазит? Да, ты забыл. Сейчас вспомню. Не надо. Мы его сейчас найдем. Я возьму телефон. Ты сейчас какую-нибудь хуйню скажешь, его зовут как-то, блядь. Не, его реально как-то зовут. Сергей Пахов. Я бы его сейчас вот в хроме загуглил, но нельзя, потому что запись идет. Загугли ты? Александр Маслаев. Ты тоже нельзя. Как зовут его? Владимир Епифанцев. Оператор Олег Мавроматти. Город Драчи. Светланы Басковой. Зеленый. Ну что, порядок? Да. Обошлось. Это как его звали? Сука, как же его звали, блядь? Ладно. Вася прохожий. Брэд Брит. Кстати, это видео могут лайкать только те, у кого не бритый лобок. Блядь, тогда я лайкать не буду, получается. Бля, я не понял, ты наоборот должен быть таким, знаешь, колхозником, блядь, вообще, знаешь? Просто как орангутан, блядь, ёбаный. Это вообще не вяжется с тобой. Сработало! Охренеть! Удачи тебе. Нет, спасибо, смотри, тут опять же периодичность, то есть, опять же, болтаем, кто, скажем, последние три недели не брил хуй, тот, или пизду, тот ставит лайк, а тот, кто... тот, кто брил, тот не может ставить лайк. Я заскриптил это видео. Ой, это что такое? Верни. Где это было? Нет, до этого. Да до этого. Ты тупой, блядь. Что? Ты какой-то... Вот тут снаряжение какое-то рассматривал. Блядь, где это было? Да не это. Ну там, где какие-то зеленые штучки. Какие-то крутилки, блядь. Вот. Не, левее. Причем здесь Украина? Ой, у нас, кстати, не политический канал, мы никак никаким образом не понимаем никакие политические высказывания. Забудьте про то, что я полтора года назад снимал чат-рулетку, и не забудьте, что я там говорил, что это был рофл, и вымысел, просто чтобы потроллить людей. На самом деле, я против всего вообще в мире, я только за мир, добро и позитив, любовь и так далее. Да, пошла нахуй, Украина. Ну, возможно. Меня завтра, если что, застрелят в собственном доме. Михаил Круг, ты повторишь судьбу его. Ну, вообще крутится. Как его в июле убили. Его зимой убили, разве нет? Блять, его убили летом. Да? Ну, я спорить не буду, я не помню просто. Да и смысл он не помню. Я помню, что, по-моему, тогда был, блядь, 2000... Да, в 2002-м был чемпионат мира по футболу, а он любил матч футбольный смотреть, и он что-то домой поехал что-то посмотреть или что-то подобное. Он после концерта ехал вообще с женой после концерта. Да какая разница с женой после концерта? Я имею в виду, что это было летом, и там было связано с чемпионатом мира. И... Да, я самое интересное, что я помню, это было в 2002-м, но при этом, блядь, ты родился в 2006-м. Я слушал эту историю. Блять, я знаю, что было в 44-м. Давай начнем с этого. И какие дивизии куда отступали? И какая дивизия там викинг, кораллов в Польше? Меня это, ладно, это другая история вообще.
И то, что дивизия Дирильвангера делала в Польше. Давайте не будем про это вспоминать. Просто я имею в виду, что я знаю. Это было летом, потому что был чемпионат мира. И он, блядь, что-то поехал смотреть, и пиздец. С другой стороны, я думаю, возможно, это сделала легендарность. Кому? Странички в ВК, да? Чего, блин? Я имею в виду, ну, там... группа умер, и поэтому... Или как Цой, скажем. Вот если бы Цой не умер, ну, возможно, группа кино бы загнулась и стала выпускать какую-нибудь полную парашу. И... Да не, навряд ли. Ну, он вряд бы, ли. Мне кажется, Цой, он типа с умом человек, он был к старости. Не, ну он с умом человек, но я имею в виду, а вдруг... Или... Навряд ли. Любой человек может запортачить все. Имеется в виду, ну, по идее, что... да. А так он ушел рок-символом там, блядь, так далее, крутым на пике. С группы кино, получается, с 5 человек осталось трое. Если что, мы сейчас едем 200 миль в час. Аж карта не прогружается. Я, знаешь, ты сейчас проехал как этот, как на снегоходе по воде. Типа, знаешь, надо же полный газ сжать, можно на снегоходе хуярить по воде, и ничего не будет. Да, съебаны. Да прёшь, блин. Вот таких, я считаю, гондонов нельзя пускать за на дорогу. За на дорогу я бы много кого не пускал, на самом деле. Ну, да. Как-то год назад я, помню, придумал, или года два назад, не помню, придумал такую поговорку, типа... Я только что сказал, два года назад или два года назад. Ну, неважно, это не имеет значения. Блять, два года назад в любом случае группу не убили, его убили 22 года назад, так что это не имеет значения. Короче... такой стишок, типа, не покупай говно за 1 000 000 рублей, лучше стань владельцем боевых жигулей. Вот, я помню, сделал пару стикеров по приколу, расклеил их на столбах. Может, сагитировал кого? Навряд ли. Да, но... Все и так знают, что это круто. Глупо. Даже самые маленькие, даже самые руневские. Да ты заёб, блядь! Чувствую, через недельку меня это уже достанет, и я буду бугуртить с этого, ну ладно. Так я-то про это не говорю, тем более на записи я не говорю. Я вообще личности не упоминаю. Что за... Что происходит? Ну ща, ща прогрузится просто. Комп не особо мощный. Мне это скажи. Комп у него, блядь, не особо мощный. Бывает, трансляции лагают. В отчете все написано. Вспомнил видос Ханы Ху, там чел тоже говорил. Блять. А почему я не могу быть на его месте, блять? Почему? Почему он, блять? Я тоже так могу говорить, и даже больше, и дольше, блять. В чем проблема? Да, несправедливо. Не переоценивай себя даже больше. Ну-ну. Блять, сейчас по банкам постреляем. О! Ну посмотри, Бёрн, Бёрн, с полметра. Блять, мимо. Блять, не прицелился еще. О! Как вы поняли, мой уровень развития где-то остановился на 7 годах. Пи-пиу-пиу-пиу-пау, а! Мама, я насрал штаны, постирай! Ты в 7 лет срал штаны, я тебе сочувствую. Хотя не мне это говорить, ладно. А ты с чего это так стреляешь? Ну, у меня, я говорю, пистолет, у которого круглые пульки такие. А, ну у меня такой же. А они железные? Не, не железные, пластиковые. Вот, блядь, единственное, из-за того, что они мало весят, их ведет в сторону. И целый сбит, блядь. Ну-ка. Нет, надо подальше. Внезапно что-то залагало. Чего? Интересно. Да вот, смотри, что это. Да, что это? А, во, перестало. Бля, сейчас я патроны растеряю.
А у меня есть много, я тебе могу дать. Там полный магазин. У меня целая баночка. Ты типа выпей баночку соплей? Нет, малофи. У меня паспорт здесь есть. Меня зовут Виталий Цаль. Виталий Цаль, знакомо. Угу. Я в Дубайске. Да. Блять, это реально был такой мега-рофл, хотя я до него, в него до конца не въехал, когда ему на проведение мероприятия папичу позвали Игоря Вихарькова. Да-да-да. Которого он, ну, типа, назвал, блять, что это такое, что это за... Что вы мне скинули, гайз? А потом он неожиданно приходит и ведет у него что-то там. А папич такой, типа, ну, я не понимаю, что происходит, что-то... А самое интересное, знаешь, что? Не то, что он на вот этой вот очень охрененной песне вот, типа, лицо такое делал. Типа, чё? Чё за говно? На самом деле ему нравится. Да это как, типа, знаешь, гачи... Я прям вижу из него прям вот улыбка, вот прям смех прям вот вырывается. Да нет, там... Это его образ просто. Когда гачи ремиксы какие-то ему скидывают, он такой, типа, закрывает, потом такой, блядь, что вы мне скинули? Потом открывает снова и уже улыбается, смотрит. Ну такой типа, блядь, гайз, что за херня? Но при этом на самом деле я прям импонирую эти видосы с дядей Богданом. Так. Знакомьтесь, это моя новая тачка. Это ИЖ 21-26 ОДА? Да, сейчас будем дрифтить. Да если что, вот то же самое, просто черным. Да я увидел. А не, она больше. Керосе. У черных всегда больше. Дуделки. Блять. Кстати, это иронично, потому что негры больше. Негры ближе к обезьянам, но у них у обезьян хуй маленький. То есть получается, что они обманули природу. Если что, канал... Не следовало этого говорить. Да. Канал не про политику и не про всякие там... Мы не хотим никого там... Да какая политика-то? При чем здесь политика? Мы никого не хотим обидеть, никаких негров, неграх, которые там работали на плантации, понимаете? Работали-то ладно, если бы их не били. Ну как работали? Бесплатно там били их еще. Блядь, ты-то негр, плантация, блядь. Когда тебе деньги заплатят, ёпта его? Они бесплатно работали. Вот что. Вот лохи, работали бесплатно, блядь. Когда зарплата должна была быть? Ну, в конце сентября. Сейчас какое? 3 октября. Что, есть зарплата? Да нет, даже не пишут ничего. Прекрасно. Только чувствуйте разницу. Он свободный русский зарабатывающий человек, а они негры с плантации. Только один хер. Никто ничего не получил. У меня хотя бы не били. Ну, меня летом тоже не били, но мне не выплатили в общей сложности с разных работ 10 тысяч. Просто прекрасно, блядь. Здесь что-то есть. Да не по вашу честь. Ёпта. Салон, как у Шкоды Фабия. Правда? Нет. Если прекрасно. Я прям слышу, как эта машина говорит: «Воу! Воу!» Причем тебя косоебит, как на этом, на джипе из Гаррис Мода. Кстати, кто ждет пугалочки, дуэлечки, я не знаю, что вам ждать. Потому что мы проебали все, что могли. Ты за пугалочки, дуэлечка? Блять, old fuck, ебаный. У меня были рубрики, пугалки, дуэлики, ты что, забыл? Ну, пугалки я знаю, а вот дуэль... дуэльки... Дуэльки не дуэльки старше, чем пугалки, намного. У меня и серий, мне кажется, больше. Ну или примерно столько же.
Не, чуть больше, чуть больше. Там, типа, ну, мы в КС играли, в Worms, прочие какие-то игры. А, Worms, да, помню, Worms, помню. Ну, Worms просто были, но я имею в виду, что они еще были как дуэльки, это было прикольно. Ви, надо срочно решить одну проблему. Кто-то начал перехватывать дроны моего знакомого. Блять, мы бы дрон кто перехватил, а? Найди виновного. Все подробности я приложу. Ну ты можешь просто написать в ВК и... Да блядь, их не... Пиздец. Не, знаешь, я вот все время задаю вопрос. Ну хорошо, если не рассматривать, допустим, кого-то конкретного, но ты такой типа думаешь, вот она мне может предложить там, ну не знаю, няшка там, пися, попа там, не знаю, сиськи, да? Окей, что ты можешь предложить? И такой думаешь, блядь, вот, вот я вот, и что я могу предложить? Смотри, я по банкам стреляю из пистолетика, блядь. Ну, это же пиздец просто. Ну, у меня есть, конечно, большой запас денег. Отлично. Ой. Больше ничего и не надо. Ты убил какого-то Suicide Boys, ну ладно. Suicide Boys я никогда не убил. Они сами себя убьют. Да, наркотиками. Ой, котиками. Они что, баловались? Они что, баловались наркотой, что ли? Блин. А кто не баловался? Действительно. Young Lean баловался же, баловался. Да и балуется, наверное. Хуй знает. Блять. Блять, у меня какой-то охуенный эффект Мандела, блять. Что-то похоже, я уже помню. Там. Киберпук с Костей 2 года назад, может, что-то подобное было. На какой-то поезд был, блядь, на Шанхае, что-то. Не, кстати, реально, там был какой-то поезд, что-то дом какой-то, лесбийские игры. Или это с тобой было, и мы не записывали, я что-то нихера не помню. Это, скорее всего, со мной был, потому что это было, ну, типа, такое уж задание. Нет, вы там что-то у костра, я помню, пиздец, хуя у меня... Да, это задание было, я уже проходил. Там какие-то лесбийские... А, еще, я помню, это когда ты мне обещал, ну, сейчас будет лесбийский секс у них. Я сижу, жду уже... Но его все-таки не было. Я жду, жду, ну, давай, давай, где? Ну, я говорю, может, они пососутся там, нет? Ну, сейчас, ну, вот, пожалуйста, ну, подожди. И все, там... Сцена кончилась, как бы. Там... Получается, именно так стилизовано. Там должно быть, типа, особый диалог, где-то надо было заново перепроходить, поэтому мне пофиг стало. Ну, в жизни, собственно, то же самое, как бы, ну... Нужен какой-то особый диалог, мне пофиг стало. Перепроходить не захотелось. Меня зовут Артём, мне 27 лет, я девственник. Я живу в Твери, работаю. Я не плачу. Я оценил себя на 100 сердец, потому что именно столько хуёв я отсосал. Я не знаю, я просто хотел что-то по фасту спиздануть, высралось только вот это. Прошу прощения, естественно, я это не имел в виду. А, по ком звонит колокол? Встреча с Wednesday. Ну, почти немножко ошибся. Я, кстати, наверное, прерву серию, потому что, типа, ну, она, значит, получается слишком большой, и вдруг, не знаю, мой комп скажет... Да, давай прерви, а я посмотрю про пистолет инфу. О, всем пока!